раз-таки Степаева. Неплохое движение пока по периметру. В основном Степаев сам треху и туда. Восьмой номер начинает. Степаев один совсем один и два очка от восьмого номера. Итак, 5-0, все очки дождал, на золотых неплохая передача, и по периметру движения, и, пожалуйста, треха в этот раз от Васильчиков. Перехват тем временем Вермонт оформляет, и еще одну треху забивает Сипаев. Достаточно плотно отыграл, еще и перехват себе записал в набор передача, и отличные два очка от Агафа. Тем не менее, сохраняет Вермонт у себя мяч. И тут треха уже от Шимко, Дмитрия. Да. К сожалению, на дриблинге мяч теряет. Хотя неплохо отбился. И Сипаева снова находит. Черепов первый штрафной. Первый точно, точно. В принципе, у Вермонта в среднем за прошедшие две игры 57,5% разыгрывающего. И ошибается в передаче. Сипаев отдает очень неплохо. И два очка от Агафонова. В этом матче у нас умирает с каждой минутой. Но посмотрим, что по итоге мы получим. Сипаев перехват и два очка от восьмого в защите. Просто в защите отыгрывает. Никаких шансов сопернику не дает. И Агафонов вторую атаку в исполнении. В итоге забил, но с пробежкой. И сразу же пока пытались там ГСЕ Ниагар что-то выяснять. И успевает тут вновь Сипаев чуть не перехватить мяч. И бросок от Черепова. Два очка забивает на последний пор. Бросок еще себе в актив записал Старостин, сам решил пойти 55 номер. И два очка, отличный проход. Поднял в атаке. И вновь Старостин находит передачу. И какой отличный пас от 55-го. Сипаев в районе игроков Вермонта. И вновь перехват. Вновь Сипаев там один, совсем один. И еще два очка от восьмого номера. Агафонов, передачу в угол. Старостин золотых спиной. Хорошо разыграл. And one сейчас у нас вполне может быть оформлен. Подвигали. Получил 17-й под кольцом свободный мяч. И в итоге спиной развернулся. Обыграл. Еще и штрафной. Еще и тут золотых отличается. И два очка от Сипаева. Еще просят они. Давайте еще раз. Оказался мяч вводить в игру Пакеев. И в итоге опять потеря. И тут продолжается этот разгром, разнос. Разгром, разнос, я не знаю, как это назвать. Перехват очередной от Сипаева. Не выходит в этом проходе. В очень редкой атаке для ГСЕ. Золотых сам забивает после на линии штрафных. И первый отправляет точно в кольцо. Явно статистика после этого матча у Вермонта по штрафным улучшится. Пока стопроцентная реализация. Начинает, всех он расставил. Передача туда на входящего Васильчикова. И промахивает Сипаев. Подбор себе еще статистику набрал. Какой хороший пас на входящего золотых. И в итоге Агафонов промахивается. Хорошо очень тут отборолся. Амар скинул. И в итоге со второго захода Агафонов вновь возвращает. И пожалуйста вам. Васильчиков Павел. В одно касание просто передача от Агафонова на Старостина. Ну, да, тут это было. Но, тем не менее, ГСЕ сейчас попробует набрать свои два очка в атаке. И Черепов два очка забивает. Мячик достается. И Сипаев вновь тут в отборе очень здорово играет. Шимко разыграли из-под кольца. Потеря в итоге. Сипаев получает. И два очка, несмотря на все стороны Черепова. Восьмой номер. Мулюкин Дмитрий, есть возможность у него отличиться. Первый точен штрафной. Подбор Черепов попытался там побороться, не вышло. Ну и Вермонт, Старостин в ответной атаке. После полученного мяча закончилось на линии штрафных Васильчиков. Первый не попал.
Второй завалился все-таки. Ну и первая атака Вермонта. Сапаев передачу отдает. И атаку. Черепов тем временем с мячом полетел на эту сторону. И бросок от 12 номера не попадает. А Белоусов, ну, уже это Ниагара. 9 очков набирают они. Шимко. Трех. Нет, два партнеров. Уже и набросы на кольцо пошли. Чуть не перехватил золотых. Сома сам до конца. И 2 очка от 12 номера. И двуха, вернее, треха от Сапаева не попадает. Он, тем не менее, владение у них остается. И вот теперь Черепов снова с мячом. Белоусова заигрывает и забивает. Забивает Белоусов. И вновь там движение очень неплохое под кольцом. И абсолютно свободный бросок от золотых внизу для своей команды. Ну, благо не забили сейчас ГСЕ. Сапаев тут развернулся. Ой-ой-ой, какие 2 очка. С дуги не запопадает. Сомов, ох, подбор. И в итоге Сомов забивает 2 очка. Хват удается Ниагаре организовать. Но слушайте, совсем по-другому парни играют. Вот очередь. О-хо-хо! Выписывает. Заброс туда на Сапаева. Успевает ГСЕ вернуться. Отличная передача на Старостина. От Амара. И Сомов попытался вновь со средней зарядить. Не попал. Ну а Амар тут попали. Милюкин. Черепов там. Ну такой как бы момент. Можно было свистнуть. Но тем не менее. Сапаев с мячом там между всех пролез. Восьмерка. Еще и в коробочку попал. Встает. 81-17. 100 очков. Ждем мы 100 очков в этом матче. В итоге потери организовали общими усилиями ГСЕ для себя самих. И 2 очка от Агафонова Дмитрия. Люкина достаточно плотно. Потерю оформляют. И да, не успевают в итоге в защите. Белоусов. Сам опять-таки со средней дальний бросок не попадает. Но мяч прямо к Милюкину в руки много прихватился. Но Агафонов Александр один и треха там в кольце от 13 номера. У Вермонта. Но опять-таки Агафонов в защите. Теперь уже Александр хорошо. И Шимко. На Пакеева неудачный. Вновь тут свободный отрыв. Убегает тут даже так без особого сопротивления. В защите сейчас сыграли. Последняя четверть. Сапаев сам в проходе. Опять хорошая очень передача. И Васильчиков Павел там. Да, против Вермонта тяжело будет, конечно, любому сопернику. Что тут говорить? 8 минут. Пожалуйста, пробую тут зарядить. Супер. Дальнюю треху. Шимко в отрыве. 2 очка забивает. Ну вот, читаю. Здесь промах. Да, откровенно доигрываем матч. Ну, 20 очков Ниагара в этом матче забила. И, пожалуй, я уже не знаю, передач тоже около 10 точно в его активе есть. Дабл-дабл за ним. Ну и такое случается. Ну, не так часто. И вновь результативная передача Сапаева. 2 очка Шимко. Тут Шимко оформил, ну. Тяжеловато было что-то сделать. Ну и наконец-таки 2 очка от Сомова Леонида. Сбросить. И на вход еще успевает повернуться. 2 очка от Сапа. И в итоге Амар перехватил. Еще одна передача. Да. Агафон. Не знаю, в этом сезоне какой рекорд по набранным очкам в одном матче был. Ну, в изи. Черепов тем временем из-под кольца. Вот кто не сдается. Стрехи пробуют. И, пожалуйста, вам. Это Нарузов всю площадку. Шимко. 2 очка со средней. От Дмитрия. От Сапаева. Не выловил Шимко. Черепов Белоусову отдает. И сзади накрывает. Сапаев. Ну, тут как бы трудно их за это винить. Сапаев. Вроде как на ногах двигался неплохо, но руки опустил. Там в конце можно было и фол. Сомов в проходе. Вроде как неплохо двигался, но опять-таки не зашло. А здесь, пожалуйста, вам,
Васильчиков. Минута 40 секунд. Первый. Точно. В этом матче, конечно, абсолютно отлично пользуется всеми своими сильными сторонами Вермонт. В обратную передачу на Черепова. И два очка. В исполнении Агафонова. Золотых подбирает. Два очка забито. Две секунды до конца. 118.